Сегодня приготовлю стейк из лосося. Вот, запеченный под грилем под сливочно-лимонным соусом. Вот. Духовку ставлю на гриль. Так, это я перепрыгнула. Вот 100% гриль. Ставлю под гриль. Остаться. Прошло 2 минуты. Пахнет божественно. Жаль, камера не может передать эти ароматы. Все, и отправляю в духовку еще на 5 минут. И заварганил соус, чтобы не остыл. Хорошо, наша. Где-то пол лимона. По одному кусочку. Растворился один, ввожу свет. И еще один. Офигенно красиво. Сегодня без гарнира. Вот какая красивая. Все, как я люблю. И сон.
Боже мой, как это вкусно. Прямо очень вкусно. Главное, очень быстро. Быстро и вкусно. Приятного аппетита. Ага. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Пишите, какую рыбу вы предпочитаете, как любите ее готовить. Все, до новых встреч!